Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, уважаемые весы. С вами Людмила и канал Тартология. И сегодня у нас конец декабря. Время подошло к тому, что можно делать расклад на январь. Январь 2020 год. Итак, вопрос для вас. Весы, что ожидает весов в январе 2020 года? Что ожидает весов? Что ожидает вас, дорогие мои весы, в следующем месяце, в январе 2020 года? Восьмерка кубков. Семерка кубков. Паж пентаклей. Туз посохов. Ну что ж, смотрим. Тон месяца дает семерка кубков. Это говорит о том, что много праздников, много выпивки, много иллюзий, много каких-то воображений. В общем, и все это, конечно, пройдет, и все это лопнет, как мыльный пузырь. И ничего серьезного в январе вам, в общем-то, предпринимать не стоит. Ситуация будет складываться так, что помимо этих всех праздников, вам захочется как-то вот уединиться, как-то уйти. Может быть, у вас появится какая-то новая мысль, новая идея, новое желание что-то изменить, чего-то достичь большего, другого. Вот, и вы захотите, как говорится, предварить это в жизни и начнете какие-то делать первые шаги в том направлении, чтобы вот как-то исполнить свои новые мечты. И об этом еще подтверждает и туз посохов, то есть это инсайт, это что-то родится в вас какой-то действительно. Идея, не знаю, может быть, вокруг этих праздников что-то у вас, какие-то подсказки пойдут, и вы это поймаете и уловите. Но хоть вы и сделаете выдвижение уже первые шаги туда, конкретно вы еще не будете закладывать в это дело никаких серьезных средств. То есть вы пока что это будете обдумывать в январе, решать, как бы это, понимать, что вы сможете это как бы видеть, будете видеть в этом что-то хорошее, приносящее вам доход. Но, как я сказала, вкладываться еще туда не будете. Но опять же, смотрите, потому что семерка кубков говорит, что эти все начинания, которые в январе вы захотите делать, они для вас скорее из области фантастики, чем из реальной жизни. Но тем не менее, вы вроде как попытаетесь что-то там начинать, об этом серьезно подумывать. Вот такой вот расклад на январь для вас, весы. Оставайтесь со мной, кто не подписан, подписывайтесь, следите за моими выпусками. В конце января буду давать на февраль. Оставлю ссылочку также на годовой расклад, который я делала буквально неделю тому назад. И поздравляю вас с праздниками. С вами была Людмила и канал Тартология. Всем пока!